Да. Говорить можно? Да. О, короче, всем привет. Всем привет. А чё мне никто в ответ привет не говорит? И как тебе они сказали? Ну, они... Вы там в чате Кате напишите привет. Короче, меня остановили гаишники. Зачем ты это рассказываешь сейчас? Потому что, когда я уходила из дома, я уже села в машину, и я поняла то, что я забыла документы на машину. Я такая подумала, да ладно, ничего не будет, что, никто меня не остановит. Но потом в какой-то момент я такая думаю, не, надо вернуться, мало ли что, мне сегодня не очень день задался. Я вернулась, забрала документы, и меня остановил гаишник. А прикинь, если бы ты без документов, прикинь, если бы ты была. Ну все, домой бы пешком. Тюрьма сразу. Да. Все, давай, ты уже сразу спать, то есть мы с тобой даже не поговорим сегодня? Спасибо большое тебе, хорошо. Давай, пока, значит. Пока. Вот так вот ты со мной прощаешься, да? Мне пока. Было с тобой очень приятно познакомиться. К сожалению, жалко, что все так кончается. Давай. Ты же понимаешь, что сейчас некоторые люди подумают, что мы в эту же секунду прям расстались. Любовь проходит, как бы, когда-нибудь, поэтому я был рад с тобой провести эти незабываемые 5 минут 26 секунд. Удачи в жизни, давай. Все, пока, жопа, давай. Пока, жопа. Давай, жопа, давай, пока. Да пока уже, все.